Так. Выгляжу как-то вообще. Тут какой-то фильтр, да? Тоже странно. Здравствуйте. Что нравится больше в Инстаграме? Что можно поддерживать связь с вами? Я реально не особо выхожу в Инстаграм. Я ни на кого не подписана. Я ни за кем не слежу, честно. Вот. Поэтому, да, то, что можно поддерживать связь просто легко, да, это мне нравится. Что это я как-то против света? Странно. Херовый фильтр, короче. У меня сегодня уже подарочки на Новый год пришли. Прикиньте. Ты так мило. Так мило, когда тебя поздравляют с Новым годом. С Новым годом. Здравствуйте. Короче, ребята, 2 января в Москве, кто в Москве, концерт. Афишу выложу позже, место скажу позже. Время скажу позже, но 2 января концерт большой. Ты когда пишешь песню, то ты думаешь, посвящаешь их определенному мужчине, или это абстрактный текст? Никогда не абстрактный текст. Вообще никогда. То есть это все мое из жизни. Может быть сейчас, может быть то, что было. Может быть была ситуация на грани, но все абсолютно... Так сказать, все мои песни написаны в состоянии аффекта эмоционального. Небо, спасибо большое, очень приятно. Вы знаете, когда песня написана пару лет назад, а она... И она долго не могла найти свою аранжировку. И тут один прекрасный мальчик по имени Кирилл, мой друг, ее просто услышал, как ее можно... сделать, услышу, что я имею в виду. И она родилась. Вы прикиньте? Была, то есть, мелодия, были куплеты, но аранжировки не было. Еще. Да, короче, подтягивайтесь на концерт. Я обязательно вас жду. Нет, мой концерт. Ну... Там, наверное, будет еще кто-то выступать на протяжении там, всего дня. Я знаю, что это приурочено Новому году, но я знаю, что я выступаю типа 1:40, как-то так. Короче, концерт. Прям полноценный. Бам! Пожалуй, песню разбитого тебя. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ребёшь мой головой. Спасибо тебе. Мне это все так приятно. Господи, мне так нравится. Мне так приятно, что разные песни находят разные отклики. Вот, сегодня дописала еще одну просто офигенную песню. Просто я ее написала, сейчас скажу, пару дней назад, 2 дня назад. И мне просто не терпелось. Я очень хочу ее спеть на концерте. И поэтому я сказала, что просто Кирилл должен. Должен сегодня со мной встретиться и записать... аранжировку и записать меня. Привет, омлет! Привет, омлет! Привет, омлет! Привет, омлет! Ты тоже уставший, я тоже уставший. И ты тоже уставший. Не любили, спасибо тебе. За не любили тоже, спасибо. Мой омлет. Как ты закончила школу? В 15. Пожалуй, это все, что я могу сказать, как я закончила школу в 15. Будем ждать твою новую песню. Да, на концерте, кстати, 2 числа можно будет услышать... Скажу... Песен 10, которых вы не слышали.
там можно будет услышать второй альбом. Вот. Что я могу вам сказать? Ты сама пишешь песни? Да, все, кроме аранжировки. Спасибо, таки. О, Господи. Почему у меня болит горло? У меня какая-то, знаете, традиция, по-моему, когда мне надо хреначить живьем, я обязательно заболеваю. Ну, в смысле, прям, типа, нормально ответственная история живьем. Вот у меня через 2 дня большая запись новогодняя. Не могу пока сказать, у кого, но вы вообще офигеете, у кого. Новогодняя запись. А я выступаю там. Но выступаю живьем. Это было, так сказать, условие. Ну, в принципе. Па-ра-ра-ла-бамба. Па-я-рива-арива. Та-ра-та-та-та-та. Моя малая чишка. На кого училась? У меня очень пафосно звучит мое образование. Драматическая актриса театра и кино и артист эстрады чтец. У меня 2 диплома. Так никогда в жизни они мне не пригодились. Никто не спрашивает диплом, когда ты идешь куда-то сниматься. Всем срать. Sorry. Так, у меня еще дома ремонт, и поэтому у меня полный хаос. Я обожаю тебя троллить, собака. Так. Спасибо, не любили на звонке. Офигеть. Я знаю, что одну песню можно поставить у разбитого тебя. Можно поставить на гудок, когда тебе звонят по телефону. И я офигела уже слышать то, что эту песню поставили все мои друзья к себе на телефон. Вот. Не любили глубокий смысл. Thank you. Вообще, как бы, я не выпускаю. Короче, я под вечер не могу сформулировать смысл. Зачем постриглась? Чем вы стрижетесь? Такая, вот я заметила у наших людей, очень странная реакция на почему-то, ну, какие-то вещи. Ну, то есть женственные, это обязательно, когда длинные волосы. Обязательно. Железно. Или короткая стрижка, это не стрижка, да? Это не волосы. А у тебя тоже короткая стрижка. Что значит, у тебя не стрижка? Я тебя так люблю, свинья моя вонючая. Настроение нет, не Джингл Беллс у меня настроение. У меня рабочее настроение. Давай покажем твою свинью. Забрала свинью, не руки. Иди, беги. Ты похожа на наркоманка. Вери по-русски говорите. Хорошо. Спой что-нибудь. Вот очень не хочется это делать, потому что целый
день сегодня была на записи песни и... Нормально? Все нормально? Ничего. Но у меня почему-то все отстает. Так что, сори, вынуждена выйти из эфира. Но я рада, что я кому-то успела показать кусочек своей новой песни. Одну из. Всем пока.